Всем привет, дорогие мои друзья, и сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется «Мини-титаны». Крошечные титаны. Титаны, объявляю срочное собрание. Эй, а это еще что? Это «Мини-титаны», новая захватывающая игра с фигурками, которая покорила весь город. Покупайте, коллекционируйте, сражайтесь и покупайте снова. Это то, что вам нужно. Тип из телевизора прав, я хочу их больше всего на свете. Ага, я готова отдать за них даже свою книгу заклинаний. Какие милые игрушки. Я вас умоляю, мини-титаны, что за детское название? Ты не прав, дружище, мне не нравится, а я вполне взрослый. И не забудьте, вы можете собрать всех своих любимых супергероев. Здорово, правда? Эта фигурка, это что, я? Какая она красивая, мне она нужна. Мне нужны все мини-титаны. Кто из вас станет чемпионом по боям фигурок? Примите участие в главном чемпионате мини-титанов, который определит первого чемпиона в истории Jump City. Главный чемпионат мини-титанов? Я должен победить. Это моя судьба. А с чего ты взял, что я не стану чемпионом? Или я? Нет, я. Может, мы все сможем стать чемпионами? Нет-нет, чемпионом может стать лишь один. Тот, кому достанется вся слава. Кто станет главным чемпионом города. Состязание. Вы знаете, что делать? Титаны вперед, в магазин! Ну что же, как-то так начинается у нас игра. Соглашение. Так, соглашение. Да понятно, что я принимаю ваши все эти условия. Так, вперед. Эта фигурка Робина будет моей. Вперед, в магазин игрушек. Так, понятно. Идти, значит, вот так. Единственное, ребята, что меня смущает, это вот этот вот узкоэкранный формат. Так, прибежали в магазин мы. Ура! Благодаря моим регулярным тренировкам я опередил всех остальных титанов. Пора забрать свою награду. Так, посмотрим, где же тут Робин. Так, это что они мне показывают? Ага, перемещаюсь, значит. Что, похоже, фигурки Робина расходятся как горячие пирожки. Может, я смогу найти одну среди бракованных коробок? Так, ну что ж, давайте. Ага. Так, у нас задание — найти фигурку Робина. Так, ладно, давайте будем с вами. Я так понимаю, надо что ли откидывать игрушки или что? Ребята, извините, если я что-то неправильно делаю или туплю, в первый раз играю. Так, как-то пчела, Билли Нумероуз. Так, что за Билли Нумероуз? Бистбой, Рейвен, Киборг, Симар. Так, а, я понял, надо смотреть, нет ли сзади. Ясно, пока нету. А здесь... Здесь, ребята, есть все, кто угодно, только, по-моему, не Робин. Так, Симор. Какой-то Нелли, Рейвен, пчела. Не пойму я, где они спрятали фигурку Робина, а? Так, что это такое? Ё-моё, ребят, вот так, наверное, надо было. А я не знал, что их можно скидывать все. Ну, давайте повыбрасываем всю эту шелуху. Так... Здесь нету. Так, а здесь, а? Так, нету. Вот она, по-моему, ага. Вау, новая в коробочке первого уровня. Робин. Найдена одна из 77 фигурок. Моя, собственно, фигурка Робина. Какая она красивая. Это, несомненно, лучшая фигурка из всех. Жди меня, чемпионат по битве фигурок. Так, ну что же, ребята, мы нашли фигурку. Не знаю, что мы будем с ней делать, но для чего-то она нужна нам. Привет, Рейвен, у меня для тебя плохие новости. Кажется, все фигурки Робина уже разобрали. Да-да, подозреваю, их не найти во всем городе. Надеюсь, детишки не слишком сильно из-за них передрались. Как скажешь.
По-моему, ты слишком серьезно относишься к этим глупым игрушкам. Ну, я себе тоже прикупила фигурку Рейвен, так что вот. Что ж, неплохо, но у тебя нет своей фигурки Робина, а без нее ты сразу можешь сдаваться и не участвовать в чемпионате фигурок. Дальше в игру вступлю я. После таких слов нам придется сразиться. Так, Робин против Рейвен. Единственное, ребята, что очень тяжело читать на таком узком экране. Так, выставляю фигурочку свою. Вперед. Ага, значит, фигурки это оказываются у нас юниты, можно так назвать их. Ну, давайте глянем. Так, что же ты у меня умеешь? Так, а что мне надо делать? Так, нажимаю. Это число обозначает урон, который нанесет твоя атака. 4, да? Понятно. Будем знать. Так, а это что? Плюс 2 мощи. Чтобы узнать о способности, нажми на нее и не отпускай. Так, увеличение уровня. Прими героическую позу, увеличив урон от следующей атаки. Накапливается. Ага, понял, было 4, плюс 2 стало 6. Что ж, неплохо. Ух ты, ё-моё, нифига она прописала мне. А ну-ка, выкуси-ка. Успел? Да ну нафиг. Угомонись, Рейвен, дай мне шибануть-то тебя разочек. Вот это другой разговор. Так, монетки, нажми сюда, чтобы собрать добычу. Ага, собираем добычу. Денежки. А, я уже думал, что это не сработало. Все, отлично, ребята, еще 4 урона нанес. Так, мощь плюс 2. Значит, у меня атака уже стала 6. Великолепно. Ух ты, скорость шкалы. Это что такое она сделала? Замедлила мне, что ли, или что? Ну-ка, вы... Успел, нет? Успел. Выкуси-ка, родная. Вот то-то и оно. Вот мы потанцуем лучше пока. Следующий уровень получил я. То есть второй. Апгрейд. И что я могу говорить? Уклонение, везение, здоровье. Уху! Наверное, ребята, я возьму здоровье. Так. Ну что ж, пока вроде бы все нормально и неплохо. В принципе, вроде бы играть можно. Играбельная игра. Так, поехали дальше. О да, победа! Jump City, встречай своего будущего чемпиона! Ого, а мне даже понравилось играть в эти глупые игрушки. Поглядите-ка, эта битва принесла мне кучу монет. А чем больше у меня монет, тем больше фигурок. Тебе стоит еще потренироваться, Рейвен. А я продолжу свое восхождение на вершину. Ага, может, потренируюсь. Так, сюжетное задание. Найти другой магазин игрушек. Чтобы посмотреть карту, нажмите. На этой карте показано, где найти магазины игрушек. Ага, ясно. Нажмите на место, чтобы поставить отметку. Нажмите, чтобы закрыть карту. Следуй за отметкой и придешь к успеху. Так, ладно, пойдемте, ребята, в магазин. Так, а где он тут находится-то, а? Куда бежать-то мне? Так, ну, вроде бы пока бегу правильно. Тири-тири-тири-тить. Опс, подожди, Тоймен. Так, вот мы и добежали до игрушечного магазина. Приветствую тебя, мой юный покупатель. Меня зовут мистер Вота. Могу я чем-нибудь помочь? Вота. С дороги, картышка. Я раздобыл монеты, мне нужны новые фигурки. А, разумеется. Как ты знаешь, мания мини-титанов охватила весь город. В этом магазине у меня осталось лишь несколько фигурок. Но не беспокойся, все мини-магазины, в которых продаются мини-фигурки, постоянно получают новые мини-партии товара. Ладно, ладно, я понял. Только хватит уже повторять это слово. Что ж, постарайся сделать разумный выбор. И поздравляю тебя с новой зависимостью. Ой, то есть с новым мини-титаном. Выбери следующую фигурку. Так. Ну давайте возьмем киборга. Просматривай и сравнивай фигурки, переворачивай их коробки. Да я куплю его, а что? Так, купить. Вау, у меня теперь, ребята, киборг есть, тоже первого уровня. Новенький, еще только с коробочки. Так, вторая фигурка из 77. Да, нехило тут. Так, что, выйти надо? Нехило тут, ребята, игрушек-то будет. 77 штук, да.
Напоминает мне чем-то, знаете, что? Лигу покемонов. Так, что тут такое? Эй, парень в трико! Смотрю, прикупил себе новые фигурки. Должно быть, ты совсем новичок в этом деле. Не хочешь взять пару уроков у профессионала? Так и быть, малявка. Так, победите надоедливого ребенка. Награда соточка. Ну что ж, думаю, надоедливый ребенок против Робина. Так, ну что, у меня тут нажмите на фигурку, чтобы посмотреть. Так, нажимайте на способности, чтобы узнать о них. Чипы не установлены, блин, почему-то. Ладно, ребят, давайте выставляем Робина и, естественно, нашего нового испеченного киборга. Титаны вперед! Так. Титаны вперед. Сейчас я тебе, молокосос, задам трепку. Че ты там выставил против меня, непонятно кого, блин. Так. Так, батарейку нажимаем. Оп. Ой, а че это меня разрядом-то? Какого лешего-то? На-ка, выкуси-ка. Что он там? Заряд. Отлично. Так, ну... Че, я даже не успел, блин. Так. Когда ты переключаешься, шкала остается заполненной. Переключайся между фигурками сколько хочешь. Так, мощь плюс 2. Некоторые способности влияют на всю команду. Нажми, чтобы снова переключиться. Ну давай, киборга возьмем опять. Ага, бонус у Робина распространяется на киборга. Ага, понял я теперь. У него было 7. Мощь плюс 2, становится 9. Что такое? Заряд аккумулятора плюс 2 атаки. Плазменный выстрел. Успокойся, родная. О, ничего себе ты даешь, родная. Ну-ка, выкуси-ка моего супер плазменного заряда. Вот так вот, отдохни, роднуля. Так, а это что такое мы получили? Не могу понять. Что за коробочка-то? Какая-то, блин, коробочка. Ну, нажмем. Мощь плюс 2. Ух, великолепно. Все, ребят, мы ее добили. Что это вообще такая была-то? Победа. А, победи надоедливого ребенка. Победа. 50 голды. Вроде соточку обещали. Ты-ты-ты-ри-тиц. Танцевали напоследок танец мы. Великолепный свой робиновский. А где же наш Бэтмен? Так, ну ладно. Ого, с таким мастерством ты сможешь обыграть из самого капюшона. Капюшона? Это еще кто? Очередной недозлодей? Ладно, забудь. Лучше прими участие в турнире по битвам фигурок. Ближайший из них пройдет в зоомагазине в центре. Турнир? Вот это я понимаю. Приготовься, Джам Сити. Чемпион по боям фигурок уже предопределен. И его зовут... Погоди-ка, говоришь, он пройдет в зоомагазине? Так, узнай о турнире в зоомагазине. Нажми сюда. Так, найди на карте место проведения турниров. А также магазины, в которых продаются фигурки. И где ты сможешь принять побочные задания. Что это? Кажется, я могу неплохо разбогатеть, выполняя задания. Если буду постоянно брать задания и выигрывать в битвах, мне хватит монет, чтобы собрать все фигурки. Так, ну что же, ребята, я приблизительно понял. Ну, куда мне сейчас идти-то надо? Не врубился. Так, какие-то магазины. Узнай о турнире в зоомагазине. Так, где этот зоомагазин? Ага, вот здесь. Наверное, сюда надо бежать мне. Ладно. Так, давайте оставим отметку и побежим, наверное, сюда с вами. Так, ага, вот он, кубок обозначается. Значит, мне надо и бежать в этом направлении. Давай, 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 Робин, что ты как этот... Так, а это что еще за пряники тут стоят? Один краше другого, блин. Прибежали, блин. Открою еще один люк, чтобы перемещаться. А где я тебе его возьму, а? Да-да-да-да-да, Робин, я тоже злой. Так, пора баньки. Хочешь вздремнуть, чтобы приблизить наступление ночи? Да не хочу я никакой баньки. Дурачка мне тоже нашли. У меня турнир горит, они мне баньки предлагают. Тем более за 200 золотых. У меня всего их 275, блин. Мне еще игрушки надо покупать. Так, а тут-то что за крендели-то? Ладно,
Потом мы это все узнаем. Сейчас давайте добежим все-таки до этого кубка. Центр. Ага, центр. А он же сказал, что вроде где-то в центре города турнир произойдет. Так, может быть, надо сюда повернуть? Так, бежим, 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 бежим. И сюда вот поворачиваем. Интересно, нам всегда придется бегать или будет какой-то транспорт? Так, что здесь такое? Похоже, я на месте. На двери какая-то табличка. Турнир домашних животных, только для собак. Эй, неужели в турнире могут участвовать только собаки? Глупость какая-то. Давай, Робин, ты должен что-нибудь придумать. Единственный способ попасть на турнир для собак — каким-то образом стать собакой. Да, конечно, но как мне превратиться в собаку? Эх, как жаль, что мне некому помочь. Вот знал бы я кого-нибудь, кто умеет превращаться в животных. Ага, и на него показывают мне. Привет, Робин, что ты делаешь в этих краях? Я думал, ты собираешься на турнир. Бизбой, ты-то мне и нужен. В этом зоомагазине проводят турнир по боям фигурок, но попасть туда могут только собаки. Ха-ха-ха, не повезло тебе, дружище. Да, но ведь ты можешь превратиться в собаку, ты должен мне помочь. Ну вот еще, я туда не пойду, там же одни щенки, а я уже взрослый, серьезный человек. Зато я знаю того, кто может помочь, один мой старый знакомый. Ты найдешь его в парке к югу отсюда, он там частенько пьет из фонтана. Так, сюжетное задание, превратись в собаку. Ничего себе тут заявочки. Куда бежать-то? Где твой друг, который пьет из фонтана? Ага, вот фонтан, а вот, видимо, и друг, наверное. Я так полагаю. Ладно, давайте добежим. Это что такое? Это что за... А, нет. Так, жми на искрящиеся места, чтобы открыть бонусы. Ого, в воде что-то блестит. Это что, ошейник? И на ярлыке что-то написано. Человека-пес. Что за дурацкая собачья кличка? Ой, наверное, это ошейник приятеля Бизбоя. Может, он и сам скоро появится? Ну что же, давайте подождем. Вернитесь в парк ночью. Да вы издеваетесь, что ли, надо мной, а? Нажми здесь, чтобы открыть экран часов. Не то. Куда нажать-то, ё-моё? Куда нажать? Сюда, что ли? Эти часы показывают, сколько времени осталось до наступления дня или ночи. Так, и тут еще, ага, тут задание, потом еще какой-то у нас e-mail тут есть. Ага, ну в принципе сейчас уже ночь, вон, я вижу, как стрелочка подходит. И сейчас уже будет ночка. Это радует меня. Так, тут что-то все перекрыто, перегорожено, непонятно почему. Ночь. Вот так вот, ребята, здесь наступает ночь. Так, ну что ж, пойдемте вернемся. Нам сказали вернуться ночью. Это что, и есть, что ли? Так, беседа. Ав. Так. Ну, давай битву нафиг тогда, раз не хочешь. Так, собака против Робина. Здорово, мы еще будем тут и с собаками драться. Всю жизнь мечтал об этом. Так, титаны вперед. Естественно, вперед. Интересно, и что, у собаки тоже игрушки, что ли, есть? Three, two, one. Погнали. Go! Это что еще там за креветка? Какая-то гусеница, не поймешь кто. Ну-ка, на-ка, выкуси для начала. Слушай, 23 хп у этой букашки. Довольно немало. А ну-ка, давай-ка, кибернетик, шмальника. Что ты мне тут моргаешь? Оп-оп-оп-оп. Это что такое? Это что такое? На-ка, вылупь. Блин, мой киборг получил ничем. А я теперь плазмозарядом тебе. На-ка, выкуси. Ух ты, да не припухли ты. Это кошка, оказывается, ребята. Ага, ну-ка давай, Робин. Еще раз бумерангом. Вот. Уклонение у нее было, а? Так, на-ка, получи мощи плюс 2. Так, киборг, давай-ка на девяточку сейчас шмальнем. Нет, мы, наверное, не успеем. Блин, теперь сыром каким-то меня пуляется. Ну, зараза. Ну, я тебе сейчас дам. А ну-ка, выкуси вот этого вот. Вот так вот. Только подлетало там у нее что-то. Хорош тут. Слушайте, она что, броню? Опа, я ее в сон, что ли, вогнал?
Так, вот теперь я, наверное, могу ее в сон. Да, ребята, теперь я ее в сон. И на дорожку ей пинок плазмозарядом. Отлично. Так. Так, мы получили третий уровень. Киборг у нас получил второй. Значит, должен быть апгрейд. Так, есть апгрейд. Так, Робин, родной мой. Удар посоха, 8 урона. Плюс оглушение. И кибернетик. Так, что у нас киборг? Ага, везение, мощь, уклонение. Ну, я не знаю, давайте уклонение. Пускай будет уклоняться. Хотя, наверное, это было глупо, наверное, надо было лучше мощь поставить. Ну, ладно. На ошибках учатся, ребята. Так, ну что ж, победили мы эту собаку. И что теперь? Что ты злишься на меня? Ты мне будешь давать бонус или что? Ну-ка побеседуем. Слушайте, ребят, по-моему, здесь что-то не то. Или я что-то неправильно делаю. Хм, интересно. Так, ладно. Блин. Как же, как этот приятель мне может помочь? Я не врублюсь. Так, привет, ты меня не знаешь, но я знаю тебя, мяу. У меня для тебя есть идеальная работа. В Jump City развелось много опасных собак. Если от них избавишься, пришлю тебе новую фигурку. Очень хорошую, Мур. Ёлки-палки, это задание. Побеждать трех собак. Ёлки-палки, это тебе дали задание. Нажми здесь, чтобы просмотреть его. Так, ребята, это, оказывается, было просто задание. Победить собаку. Так, ну одну-то я уже победил, как видите. Значит, мне нужно найти приятеля. А это было, оказывается, просто побочное задание. Скорее всего, вот этот приятель есть. Есть предложение у меня добежать до него и глянуть, прав я или нет. Так, это что за хламонище тут еще стоит? Приветствую тебя, человек. Ох, ничего себе. Слушай, а где ты достал этот костюм собаки? Какой костюм? Ты что, издеваешься? Вот что я тебе скажу, мой бесшерстный друг. Если хочешь заполучить такую же мохнатую шкуру, как у меня, тебе придется сразиться с моими фигурками. Ну учти, щеночек, я не сисюкаюсь. Давай уже посмотрим, кто кого. Так, понятно. Странный человека-пес. Так, ну давай, у него там... Блин, а у него 4 уровня персонажи. Ядрить его на корень. А у меня всего 2. Ну, как говорится, Рэй не привык заваться, поэтому... Будем стараться завалить. Какие-то... Непонятно даже, кто это такие там у него. Так, да что за смус-мумрик, блин, зеленый. Так, для начала выкуси-ка, наверное, бумеранга. Нет, может быть... Гориллу он превратился. Ну-ка, на тебе трубой по чайнику сейчас. Вот так вот, отлично. Бабах. Ага, минус 8, плюс оглушение. Это то, что надо мне. Так, давайте-ка теперь еще разочек. На-ка, выкуси. Так, 11 хп у него, ребят, осталось. Давай-ка, кибернетик, давай, твоя очередь. Давай плазмоударом. Блин, он... А, он превратился обратно. Ладно, а мы теперь плазмозарядом тебе. Ну-ка. Так, и всего 4 хп, ребята, у него остается. Скорость шкалы. Что тут расплясался мне, плясун. Ого. У него очень быстро растет. Что ты тут делаешь, блин? Что это за танцы? Опа-на, ребята, это бочка из Donkey Kong. Нормально, двоим так приголубил, да? На девяточку. Так, этот продолжает его на движение, танцульки. Так, что он тут... Ага, он меня оглушил. И продолжает свои пляски. Ладно, поставим киборга. Ну-ка, пальни-ка ему, кибернетик. Блин, 34 хп, это до хрена. Так, выкусил. Так, давай, Робин. Ну что ты там затеял? А, опять он меня оглушил, а? Да. Опа-на, а это что такое? Ой-ой-ой-ой, ребята. Это очень плохо, у него удар, который действует сразу на двоих.
Так, что-то вылетело из него. Кия, плюс один. Да угомонись ты уже, а в самом деле-то, блин. Так, что это такое? Так. По-моему, ребята, мне сейчас будут карантарики. Чувствую я. На-ка, выкуси. Какой-то первобытный человек, или как тебя назвать, даже не знаю. Злодей какой-то с золотыми цепями, блин. Так, давайте бумеранг. А ну-ка, выкуси. Бабах, плюс один. Слушайте, ребят, если он сейчас этот валун накопит и кинет в меня, все, нам крышка. Нам будет крышка, блин. Ну-ка, выкуси-ка плазма заряда. 3 хп всего, 3 хп у него осталось, ребята. Все, все, мы проиграли. Пипец, если честно говоря. Побеждать. Ну да, я переиграю, естественно, побеждать. Ну что же, ребята, давайте повторим. Теперь, по крайней мере, я знаю, что от этих двух щеглов ожидать нам. Так, теперь немножко по-другому сыграем. Давай, 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 копись, копись, копись. Так, бумерангом? Нет, давайте трубу и оглушим его хорошенечко. Ну-ка, выкуси. Полжбану. На-ка, получи. Так, карате, плюс два. Так, давайте мощи прибавим. Так, а он опять эту музыку врубил, гаденыш, а? Ну ты, на-ка, бумерангом, нечего тебе так плясать. Так, кибернетик, давай-ка. Ёлки-палки, не успел. Что ты там? Что он там? Что он там, извините меня, достал? Так. Ускорились. А ну-ка, выкуси. Щегол. Так, вот это вот я уже заберу. Так, он превратился опять в свою эту гориллу. На-ка, поспи немножко. И заключительный удар по тебе. И сейчас, ребята, будет второй егоный дружбан наезжать на нас. Так, вот противник. Так, плюс 5 хп. Да. Невыгодно, конечно, было, потому что у меня были полностью хпшки. Так, давайте-ка еще разочек шмальнем в этого гада. На-ка. Минус 7, неплохо. Так, Робин, что у тебя там? Так, мощь давай. Не успел, да? Блин, оглушил меня, а? Подлец, подлец. Ну, я тебе сейчас устрою. А, ну я сейчас только до трубы. Не успею, наверное. Блин, опять он меня оглушил. Ах ты мерзкий типок. Что опять? Так, буянь, буянь, на-ка тебе. Пал жбану моей дубиной. Вот так вот, отличненько. Отлично, он встанет. И в бой вступает мой киборг. Так, ускоряемся, естественно. И стреляем в него. И у него останется всего 10 хп, ребят. 10 хпшечек. Я думаю, что мы сейчас с ним справим. Так, давай там. Чё ты там делать собрался? О, тихо. Ёпар. Какого лешего ты творишь? Ничего себе у него ударчик, ребята, был. Я даже не знаю, успею я трубу-то накопить, нет? Эй, что? Так, вроде пронесло. На-ка, выкуси. Все, ребят, я, по-моему, завершаю бой. Отлично, 8 плюс 2, бабах. И победа за нами. Блин, победили, ага. Киборг получил у меня уровень. А это значит, ребятушки, что мы с вами получаем апгрейд. Ну-ка глянем, что у него доступно. Так, ракетный шквал, 12 урон команде, то бишь всем. Фух, довольно интересно. Блин, ну 77 фигурок, это конечно жесть. А у меня всего 2. Выбор будет очень огромный. Так. Вот это игра. Что ж, ты заслужил свою награду. Поздравляю, мой пушистый друг. Оу, тебе досталась крутая штуковина. Ура, пора победить в собачьем турнире. Так, ребята, ну теперь держитесь. Теперь я смогу спокойненько пройти на турнир. Где он тут у нас? Ага, вот он. Закрыто до чего? Хитрить тебя на корень, до утра. Вот незадача. Так, а это что? Ага, ребятушки. Вот у нас, нажми на любой люк, чтобы переместиться. Ага, вот понятно, ребят, для чего эти люки нужны. Чтобы перемещаться по городу как можно быстрее. Ясно. Что ж, довольно неплохо придумано. О, еще одна собака.
Может ее победить? Тут и монетки лежат, можно подкопить. У меня уже 600 монеток. Надо будет сбегать в магазин и купить себе еще какую-нибудь игрушку. Ну что же, давайте, наверное, сразимся с этим псом. Кого он на этот раз нам выкинет? Опять эту же мода. Ой, елки-палки, трех персонажей. Да хорош, завязывает уже псина. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас из этого, ребятушки, выйдет. Я опять же не знаю, какие у них тут способности, но, по-моему, один из них Робин, как и я. Точно так и есть. Ё-моё, давай быстрее, 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 бумеранг. Ну, мой. Есть. Я успел. На-ка, выкуси. Вот это нормально. Блин, ну слишком много персонажей. И плюс еще столько жизни у них. Не знаю, смогу ли я справиться с ними или нет. Ускоряемся. Кстати, ребята, у меня тут... Давайте-ка попробуем дождаться нового вот этого удара и попробуем. Так. Так, у него мощь плюс 3. А ну-ка, выкуси-ка моих ракет. Замечательно. Вау. Кстати, да, смотрите, получается по 12. Это по 4 на каждого. Плюс 1 дополнительный урон. Неплохо. Успею, нет? Успею, нет? Нет. А, ну хорошо, что он это прыгнул. Я думал, сейчас как... Трубой-то по мне звезданет. А ну-ка еще разочек. Так. Вау, великолепно. Просто изумительно, технологично. Так, ускорились. Давай-ка шмальнем в этого гаденыша. В Робина. Так. 7 плюс 1, 8, да, у него осталось 2 мощи. Ускоряемся. Да, я понимаю, что у меня мало жизни, ребята, но только так я могу сделать преимущество. Замечательно. И подходит какой-то, я не знаю, кто это такой даже. Какой-то ниндзя, что ли. Опа, что там делать? Ага, дымовуху какую-то. Ну, давай-ка до трубы. Ё-моё, блин. Ну, какого лешего ты творишь, блин? Ну, все, сейчас я тебе трубой-то накачу, блин. Да что ты там опять... А, опять дымовуху свою делает. Так, давайте, ребят, трубой его хорошенько огреем. Вот так вот. Ага, победили мы его. Нет, не победили. У него еще 4 хп. Ну-ка, бумеранг, да, делай дела. Отлично. И осталась одна бабенка с 12 хп жизнями. Мощь плюс 2. И... Что ты делаешь, а, бабиха? Блин, робот, вся надежда только на тебя. Вся надежда только на тебя. У тебя 7 хп. Плюс мы сейчас на 7 ей звезданем. А, мы на 9 даже ударили. И мы, наверное, проиграли, да? Она что-то там замышляет. Ну, 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 давай. Есть! Есть, ребята, я успел. Я опередил ее. Выкуси, зараза. Ну что же, ребята, мы победили. Блин, прикольно, прикольно сделано все. 50 золотых получаем. Так, и никакого апа пока у нас нету. Ну и черт с ним, пока мы и так справимся. Блин, надо мне купить обязательно третью игрушку, чтобы у меня было все 3 слота занято. Да иди ты. Так, это мы поймали вторую собаку. Получается, что где-то должна быть еще одна третья. Ну, я думаю, что у нее там будет убер персонажи. Так, что ты тут у нас скажешь? Привет, Робин. Да уже здоровались. Нет, с ним я драться пока не буду. Дружище, это мини-титаны, просто мечта. Из нас вышли потрясающие игрушки. Кто бы мог подумать, что мы завоюем такой успех. Готов поспорить, в интернете все только о нас и говорят. А на этом я заканчиваю этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и комментируйте, продолжать ее снимать или нет. Всем пока, ребята, и до скорого. You can't stop bouncing.